Здравствуйте, с вами Игорь Плейл, и вы смотрите четвертый выпуск «Кроссовкологии». Продолжаю я вас знакомить с терминами и аббревиатурами, и первое слово на этот раз – это «промо». Этим словом обозначаются специальные промо-выпуски, предназначенные для узкого круга людей. То, зачем охотятся коллекционеры, то, что покупают те, кто может тратить и любит тратить большие деньги на кроссовки. Далее «PE». Player Exclusive. Так обозначаются кроссовки, выпущенные специально для игрока, для его личного пользования, а также для его друзей, знакомых и родственников. И в идеале такие кроссовки называются PE Promo, то есть эксклюзив, выпущенный только для игрока и friends and family, для его окружения. Но уже давно выпускаются кроссовки, которые также можно назвать PE, это расцветки, те же самые, в которых может играть игрок на площадках NBA, но общедоступные, просто PE расцветки. Далее. Слово HIT. Так обозначаются либо различные горячие релизы, либо оригинальные кроссовки. В общем, все то, что нужно очень многим и стоит денег. Далее. LE Limited Edition. Здесь все просто. Опять же, к разговору о QS и так далее. Далее, то, о чем спрашивают частенько. Это GS Grade School. Это кроссовки для, так сказать, школьников, для подростков. Существует отдельная размерная сетка, которая совпадает с мужской, только это меньшие размеры. Ну и Women's. Кроссовки женские. К примеру, женские Джорданы, не знаю как сейчас, не смотрел. Раньше они выпускались до 13 женского размера. Или редко-редко там в 14 бывали. И то, может, показалось, может, видел пару раз. Это, соответственно, 11,5 мужской. Так что, если у вас большой размер ноги, то можно забыть о женских релизах. В моем случае я где-то на грани. Некоторые кроссовки 13 размера женского мне подходят, некоторые нет. Вот и все на этот раз. Скоро будет новый выпуск. Спасибо вам за внимание. Удачи!